И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на фьордах, и сегодня мы пойдем, наверное, по пещерам. Но прежде чем идти по пещерам, сейчас у меня карта прогрузится. Прежде чем идти по пещерам, пойдем притомим тем, кем будем ходить по пещерам. Что там за луч? Мне теперь интересно, да что ж такое-то, а? Я специально тут стоял немало времени, скажем так, загружал карту. Какого хрена? Вот, кстати, да. Во-первых, у меня, как видите, освещение, территория. Ну, если еще будет возможность, я покажу, как это будет ночью. Ну, скажем так, если не забуду и так далее, я покажу, каково это ночью. Во-вторых, сейчас покажу, что там у меня в доме. Седло диплодок, маскировочный. О, нагрудник маскировочный. На фулл сета нормального осталось немного. Но что так подлагивает? Собака-то не здоровая. Так, вообще, мне это нифига не нравится. Так, погнали до дома. Что у меня по дому? Ну, во-первых, стоит печка, добывает нормальное количество металла. Поставил кукер, то есть готовка, алхимический стол. Кстати, что-то у меня тут понаделал уже. О, красота, понаделал. Вот, выключился свет. Поставил холодильник. Поставил суббенч, то есть это, чтобы варить супы на скорость. Генератор. Здесь у меня станки. В общем, как видите, у меня на 6 стоит вода. В общем, все просто замечательно. Из того, что я имею по... чертежам у меня только на медведя, поэтому есть, конечно же, смысл пойти на медведя. Ну, в смысле, притомить медведя. Но что у меня здесь по седлам есть? Летуна, понятное дело, не получится, капразуха не хочу, геонодон такой себе, диплодок и дедикурус. Вот такие вот дела. В общем, тут без вариантов медведь. Но это еще не все. Если подойти в самый дальний домик, да, вот в этот самый дальний домик, то здесь мы увидим бочки. Бочки стоят и делают пивас. Пивас нужен для того, чтобы что? Правильно делать эти долбанные сраные супы на скорость. Стоят у меня в этом домике, именно потому что отсюда солому, точнее, если я дома что-то крафчу, то отсюда солом у меня не заберется. И это очень хорошо. Здесь поставил два факела, чтобы они тоже загорались. Больше территорию не ограждал, не увеличивал. Вот. И поэтому... так как есть. Ну а сейчас пойдем за мешанки. Единственное, что... соответственно, конечно, сразу же сделаем тайминг поушен. Вот только если у меня наркобарик, у меня наркобариков нету. И стимбериков нету, потому что я все переделал в наркотик и стимуляторы. Хе-хей! Я, конечно, красава. Вот наркотик, вот стимулятор. Да, пошел добывать. Так, в итоге сделал винтовку, сделал транквилдротики. Вроде бы даже мед нужен на медвежонка. И тайминг поушен. Отображается у меня 150 левел. Это, если что, самый максимальный 150-й левел, который вообще в целом есть на карте у меня. И, соответственно, идем его томить. В данном случае, реально его. Надо будет по ресурсам пройтись все-таки и подобывать, чтобы я мог амнезию делать. Для чего? Ну, чтобы, когда нужно что-то скрафтить, я сбросился просто там и, соответственно, уже хорошие предметики скрафтил. Затем ищем томим. Конечно, подстава подставная. Аргентависы, совы. Ого, 130-й, нифига себе.
Вот одно хорошо, они вот согрелись друг на дружку, и есть шанс, что они просто сейчас улетят фиг знает куда, и будет очень хорошо, удобно. Но, блин, мне это не нравится. Так сказать, такое соседство не очень удобное. Хотя вот я могу единственное, что сделать, это сделать вот так. И уже сам бегать. Улетел? Улетел. Сам бегать пешку драпиком. Так, по крайней мере, хотя бы птер будет в безопасности. Добрый вечер. Так, мед 2. Отличный корм. Ну да, значит, я все правильно помню про мед. Вот это 150-й. Ух, мне показал, тут топает. Не топает. Конечно, да, от этих бы избавиться, но... Но надо что-то придумывать. Кстати, это же место, где кератин на карте тусуется. Ну-ка, если не ошибаюсь, вот это. Да, вот он, тот самый кератинчик. 15. А если в так? Да, что-то одинаково, да? Так, по 3. А, нет, так, нифига, топором побольше. Кератинчик неплохо, конечно, буром будет лучше, но, кстати, надо будет черный жемчуг мутануть, сплавать. Сплавать, это проблемка, мне нужен плавучий. Стега, это хорошо. Я, кстати, не могу там просто их отманить туда-сюда, и что-то не получается мне нифига сделать более удобно, так сказать, для себя. Ну а кератин хорошо, на халяву просто можно подобывать. Вроде бы пару мест, где можно нормальный кератин добыть. И это одно из них. То есть ты просто вот так вот добываешь кератин. Но все-таки буром было бы намного лучше, быстрее и больше. 1000 кератина. На халяву. О, еще чуть-чуть. В общем, неплохое место. Выгодно добывать кератинчик, по крайней мере, на начальном этапе развития очень даже выгодно. Да, а мне мишеньку надо как-то отманить это всех. Там просто сова приземлилась, чтоб ей калось. Решил притомить без ловушки, блин. Задолбался бегать за ним. Но, что самое главное, все очень даже прекрасно. 150-й левел. И медведь весь утыханный дротиками. Ладно. Уже лучше. Погнали домой. Так. И давай сразу опробуем мишаньку на... Нормально. Учитывая, что я просто урончик вкачал. О, ты что, у меня не на пассивке что ли стоишь? О, на нейтралке стоит. Прикольно. Так, 15-е это хорошо. То есть я ему просто урончик 3 левела в урон вкачал, и вот сейчас еще больше. Так. Но это МЖ, да. То есть урон тот же, но здесь за счет МЖ урон меньше. Вот, 665. Уже прям нормас. Отлично. И еще урончика можно вкачать, но лучше сначала здоровья. Замечательно, пока что все нормально. Так, куда я хотел сначала сгонять? Есть одно место. Сейчас гляну координаты. Так, координаты этого места 41/57. Нужно бежать туда. Наверное, все-таки не пешком побегу. А попробуем долететь. Но давай попробуем сначала все-таки за... Да нет, куропатка походу дела меня завалит. Что пошло не так? Вечно у меня с этими куропатками что-то идет не так. Блин, а что они такие жесткие? Блин. Проблема! Чё, отцепилась? Ну, слава богу, хоть отцепилась. Вот не злопамятная. Да. В общем, лучше долечу.
чтобы не тратить слишком много времени. А мишеньку призову к себе. Вот пещера. 41 на 57. Но, блин. Короче, вообще небезопасно в округе. Тираннозавр. Да. 130-й. Ну ладно. Попробуем что-нибудь сделать. А птерчика отправить домой. Там безопаснее. А, фиг знает. Рекс куда-то испарился. Диплодок, он бегает, а Рекс куда-то испарился. Ну и слава богу. Погнали в пещерку. Пещера называется «Скрытые миры». Не знаю, что это означает. Но про пещеру сказано место... Так, место для входа, «Скрытые миры». То есть какое-то место, то ли с порталами, то ли чё. А, все игровые миры доступны через пещеру «Скрытые миры». В Аналанде или альтернативно на ПВ-серверах. В общем, короче, просто хотел посмотреть, что это за место. По картинкам она очень красивая. А, вот ты где! Ты сюда сбежал? Ну, классно. Скок! Бить хатку! Вот это я могу! Да-да, вот можешь еще поставить покричать. Ага, красава. Отлично. Так, Мишаня, давай, оп. Ну, чтобы поменьше урона по мне вносилось. Так, что там у нас? Хранилище. Металлический топор, да, нафиг все. Ничего интересного нету. Интересно. Эту рунку возьмем. Отлично. Охренеть. Охренеть. Это красиво. Так, а что у нас здесь? Используется это для открытия портала в... Ванахейм. Чё? Асгард. Не, я немножко знаю про мифологию. Это Йотунхейм, да. И... В смысле, меня перенесет куда-то на другую карту? Ну, это обычный терминал. Блин, не, ну сегодня я точно туда никуда не хочу. Не-не-не, это явно для отдельной серии, потому что 5 секунд, грубо говоря, посвящать какому-то миру, ну, такое себе. О, нифига себе. Так скажем, очень необычно, очень непонятно. Чё мне с этой информацией делать? И урон давай качнём. Па-пам-па-пам-па-пам. Вот так вот. Окей. Ёб твою ж за ногу. Я перестрался, я думал, у меня игра зависла просто. Ладно. Валим, короче, отсюда. Потому что здесь, как я уже сказал, это надо прям... Короче, следующие выпуски явно будут посвящены чему-то вот из этого. Не знаю, что там будет конкретно, но пойдем туда. А сейчас, раз уж не сюда, то пойдем в ту пещерку, где я добывал ресурсы. Вот там, с краешку. А, мне бы черный жемчуг, бы добыть черный жемчуг, у меня находится в воде. Но вот самый легкий вариант найти черный жемчуг, видите, координаты 50, примерно на 15. Там вот какое-то чудовище огромное на карте нарисовано. В общем, под водой, где скелет, вот там много жемчуга. Но это, конечно, подводные существа нужны, там-то и проблема. А может немножечко подкачаться? Вот на пещерка. Решил дойти до нее пешком, чтобы подкачаться.
Подкачался неплохо. Единственное, что со здоровьем беда. Конкретная беда. Вот. Но это фигня все. Да ё просто. Да, я опять попытался замочить эту индюшку какую-нибудь. Не проканала. А еще эта индюшка мне сразу напомнила, что тот, кого атакует индюшка, сразу же что? Правильно, начинает атаковать абсолютно все. Так что нужно быть аккуратнее в этом плане. Да. Поэтому с ней на хвосту, на хвосте точно нельзя забегать в пещеру. Так. Ну-ка, давай посмотрим. Нет, это не собирает. Я знаю, что через бур точно можно собрать, ну это логично как бы, но да, руками слишком ярко не собирает. Здесь чистая аберрация, здесь вот и опустошители и все, то есть как бы чисто чистой воды аберрация, это кайф, конечно. Здесь, если не ошибаюсь, нет только зеленых кристаллов, красный, синий кристалл есть, зеленых нету. Блин, козликов бы главное не зацепить лишний раз. Не хотелось бы валить их, они слишком прикольные. Ну вот они, кристаллы. Так, я вообще сюда бегу за руной. Угу, кайф. 15 рун собрано. Больше урона лишним не будет. А, куда пробежаться? Да давай вот сюда. От входа налево пойдем. Посмотрим, что вообще здесь. Поблуждаем. Я, кстати, на островке, там, где находил жилы с нефтью. О, здорово. Этот поставил две нефтекачки. Они добывают мне этот. Потихоньку нефть. Как говорится, почему бы нет? Еще урунки. А вот и красненькие кристальчики. Так, но вопрос в другом. О, крабос! Здорово! Крабос, крокинос. Вопрос немножко в другом. Я отсюда-то выберусь, если я туда спрыгну. Ну, то есть, легальным путем. И вопрос номер два. А это добыть можно? Жаль. Так, здесь ничего нету. Ну, то есть, здесь в эту сторону, можно так сказать, тупик. Ты потом спрыгиваешь вниз, а наверх уже забраться только нелегальным путем. Ну, в смысле, либо через крюкошко, либо зиплайн, либо крылышками и так далее. Понятно, на 11 оттуда не выбраться. Здесь все так же. Ну, понятное дело, что это такой себе способ добычи элемента. Но он есть, это уже хорошо. Как говорится, хоть что-то. Ну, погнали, значит, направо. 145-й. Блин, прикольно, я бы тебя притомил. Но, понятное дело, увы. Так, стоп. О! Я думал, здесь обрыв, здесь просто, короче, зря в обратку бежал. Ну хорошо. И такое бывает. Ну ярко, конечно, здесь до ужаса. А с другой стороны, по-другому-то как должно было быть? 140-й левел, 150-й! Ну... 140. Тут, конечно, да. Короче, я всех четких опустошителей завалил. Остались только дрыщи. Как я понял. А это случаем... Точно. Яд безымянного. Да, лучше добывать топором. Яд безымянного, который ты просто добываешь топором. Кайф. Так, давай гамму включим. Гамма, то есть этот, господи, команда гамма, это возвращает гамму в стандартные настройки, скажем так.
то есть возвращает на гамма 2.2. Я так по миру бегаю 2.5, потому что иногда бывает не слишком уж и хорошо видно, но здесь прям что-то очень слишком ярко. Кстати, а если я безменного к тебе закину? О, это хорошо. Я не знаю, зачем у меня, но халяву карман не жмет. Вес, так сказать, занимает мало, поэтому пускай будет. Пускай будет. Кристаллы, кстати, надо будет добыть обязательно. Мало ли где пригодятся. Но это уже точно киркой добывать. Вот, а, самоцветы. Господи, что их вечно... Ну, кристаллы, и так понятно. Красные кристаллы, синие кристаллы, зеленые кристаллы. Все и так понимают, о чем идет всегда речь. Вот, но добыть пригодится. Вот, скажем так. Ну-ка, давай посмотрим. Да не. Ой, не то. Я ж нажал. Ну да, киркой. Естественно, киркой добывается все это дело. Сильно много мне тоже не надо, но пускай будет. Пам-пам-пам. Отлично. И снова урон. Здоровочка, конечно, тоже можно еще будет подкачать все-таки. Но я считаю, пока что 30 тысяч все-таки хватит. Тем более, что это первый день, я никуда не собираюсь им суваться. Куда-то в серьезное, куда-то в жесткое. Не, нормально повезу. Кстати, интересно, где я цветочек добыл? С какого растения? Ладно, так это все, что ли, пещера? Ё-моё. Ну, Каркинос, судьба у тебя, короче. Три тысячи хитина. Вот это я понимаю. А, игра посчитала, что здесь должна была быть вода, да? О, миноги. Усилия. Да, игра посчитала, что здесь должна быть вода. Вот, видите, даже они это в воздухе плавают. Но... воды здесь не было. Так, ну погоди. Терминал. О! Терминал к Мегапитеку! Кайф! Я теперь знаю, где терминал к Мегапитеку. К дракончику я уже находил. К Мегапитеку я нашел. Считаю. Кайф. Сырая рыба, сырая рыба. А первосортная сырая рыба будет? Спасибо, не надо, конечно. Ну, слушай, это, считаю, надо загонять еще и в пещеру к дракону, где вызов дракона. Посмотреть, что там вообще за пещерка. Ну, в целом, маленькая пещерка, да. Но, как говорится, маленькая да удаленькая. Много чего можно добыть, много чего можно собрать, нужного, ненужного, но пригодится. Не знаю, зачем. Но пригодится. Делаем вот так, обновим немножечко таймер. Ну, погнали в пещеру к дракону. Кстати, здесь нужно будет поставить, да, телепорт. Погоди, телепорт. А на каких координатах? 50 на 85. Ну-ка. Это все, по ходу дела, вот в этом списке все терминалы находятся. Вот, хорошо, значит, мне меньше всяких этих ТП-шек ставить. Нужных, ненужных. Да. Вот, 49, 82. Телепортируемся, и я где-то здесь сейчас появлюсь. Кайф. Прикольно. Но... телепортироваться я буду туда лишь только в одном случае. Посетил пещеру, обследовал пещеру, тогда телепортируешься. Вот второй, и вот третий. Вот это терминал с драконом, вот этот терминал с брутой. Терминал обелисков, терминал Ванахейма,
Асгард и Йотунхейм. Терминал мирового босса. Ху-ху. Ну, теперь я уже понял, что за терминалы. Вот, терминал мирового босса. А, что за терминал тогда обелиска? А, надо будет сходить, проверить. Но сейчас сгоняем, посмотрим терминал дракона. Ну, точнее, пещеру с терминалом. Кстати, хотел же показать вам, как, каково ночью здесь. О, кайф! Светло, красиво, хорошо. То есть это гамма, кстати, вот на дефолтной гамме. То есть вот так вот. Прям хорошо. Значит, у меня везде, вокруг дома. Опять раптор заспавнились. Везде, вокруг дома у меня стоит это. А вон там, видите, вдалеке, одинокий огонечек показывает мне домик с пивом. Пиво уже готово. Кайф, значит, я сейчас сделаю себе этот ускорялку для аптерчика. Здорово. Делаем супешник на скорость. Делаем на 1.5x, потому что пивас всего на 1.5x есть, но зато их много. Это уже хорошо. Падает сразу же 5. И вперед к приключениям. Так, летим с такой скоростью. Да ешкин кот. А если закидываем вот это? Ну, вот это я уже понимаю, хоть какой-то полет. Но, заметьте, не то, что было. Какой там во второй серии я какую-то хрень за одно волокно захавал и уже полетел там со скоростью света. Нет, это правильный, как по мне, честный полет. Извините, пиво создавать, это етише, сколько времени требуется. Так что, как по мне, вот это более правильно. Такс. О, я левелапнулся, оказывается, еще. Левелапнулся, это хорошо. Пускай будет здоровье. Сколько у меня? 2200. Неплохо. Погнали, 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 погнали. Да, вот он терминал. Значит, я в правильную пещеру пришел. Вот он терминал. Где там? Дракоша? Да, дракоша, отлично. Все правильно. Но вот пещера как раз таки здесь уже такая более больше. Да, намного больше она идет, нежели там, с гигантопитеком. И получается, как я понял, если по телепорту тпхаться, то нифига не видно из-за этого тумана, просто ужас. Да, короче, не знаю, что там отключать, чтобы было хорошо. Хотел сделать так, чтобы туман убрался, но что-то не нашел. В общем, здесь она, пещера, намного больше. В том плане, что там мы бегаем, только кругаля немножечко даем. Здесь же, вот, и вниз можно прибежать, и там где-то можно пойтись, и туда идешь. То есть здесь много куда можно тусить. Самое главное, случайно не упасть туда, откуда ты потом не выберешься. Вот. Если вот туда пройти и туда куда-то пройти, там, говорят, можно построиться нормально, но... Короче, там я в какой-то тупик уперся, и там просто пешком не получилось пройти. Поэтому идем пешочем. Металл вижу. Интересно, меня куда эта дорожка приведет? В тупичок или не тупичок? Ну, давай, ломайся. Отлично. Сломался. Проход открылся. Чё ж такой жирный, ты застрял? О, добрый вечер.
А тут у вас красиво. Ониксы тусуются. Прикольно. Нифига себе, пещера какая огромная. Так. Шахта. Шахта прикольно, конечно. Все еще бы не застревал вот в таких вот местах. Да уж. Ого, какая глыба огромная. Да, посмотрим сначала, что внизу. Ну, здесь, короче, сильно-то ничего интересного нету. То есть, по идее, здесь добываешь металл и ничего более. Попробуем подняться наверх. По разломанным старым путям. Здесь вообще может он забраться. Да, короче, здесь лучше не шифтовать. На поворотах особенно. Ну, классно, короче, тележка стоит. Прям огонь просто. Тележка просто супер. Так что пройти ее невозможно по-нормальному. Но пошла в жопу тележка. Да уж. Это типа рассчитано, что пешком здесь только обязательно и на каких-то маленьких диносах, да? Не, ну, к примеру, на рапторе я бы здесь, я думаю, пробежал. Так, что у нас здесь в итоге наверху? Ни черта. Это больше походило на какой-то альтернативный вход в пещеру. Хотя, может, это совсем другая пещера, кто же ее знает. Хотя не, вот судя по этим руинам, больше походит на альтернативный вход в пещеру. И опять несколько выходов. Здесь все завалено нафиг. Ху-ху. Ну, что-то, короче, пещера мне не сильно нравится. Но она какая-то скучная в этом плане. Ну да, вот я вернулся, сделал круг-а-ля, короче, и вернулся на то же самое место. Вот я оттуда спустился. Да. Ладно. Повторюсь, пещера какая-то не сильно уж и интересная. Немножко пробежался по холлу, слева нашел вот такой проход. Руна, гробница. Ну и типа свет падает на эту гробницу. Чё-то тоже как-то... Ну блин, большие руины. Вот что может быть в руинах интересно? О, кроме как... Так, погоди. Да. Здесь можно добыть кератин. Вот, кстати, второе место, где можно добыть кератин. Угу. Других мест, по крайней мере, я не видел, не знаю. Ну, вот и все. Ну, вот, вот эти все черепушки, их можно добывать. Да уж. Прошелся дальше по руинам вверх. И вот он какой-то уже мостик. Ну, пробежаться вроде можно.
Ну вот уже хотя бы не разваленные руины, уже хоть что-то поинтереснее было. Но все еще как-то скучно и однообразно. И я... А, это альтернативный выход, что ли, из пещеры? И тишки, пассатишки. О, это то место, я сюда ж подходил как-то. Охренеть! Это, короче, по координатам 80 очень даже сильно слева. И вот они, 80 на 20. Охренетушки. Да уж, ну, короче, сама пещера как-то не очень. Возможно, если спуститься туда вниз, там будет что-то интересное, типа добыча ресурсов и так далее, но блинский-блинский-блин. Блинский-блинский-блин. Не очень пещера. Вся интересность пещеры, в общем, вот здесь вот. Но! Здесь, казалось бы, вот есть проход. Но я пройти не могу. Я упираюсь во что-то. Вроде бы проход есть, но вот пройти не могу. Ни пешком, ни на медвежонке. Вот такая вот фигня. А вот снизу скелетик, там вот снизу руна. То есть туда спуститься можно, но нужно будет потом как-то оттуда выбираться. Вот. Сейчас попробуем справа глянуть. Может, там справа есть проход. Да, вот справа. Твою мать! Как говорится, главное вовремя с седла спрыгнуть. Да, хоть там есть проход, и на том же хорошо. Арта Плювра. Отлично. Что у нас здесь по растеницам? Нифига интересного. Что у нас это за кристаллик? Обычный кристалл. Камень и кристалл, редкий гриб, ну понятно, это обычный кристалл. Нишебошенки интересно. Погнали дальше. Интересно нам вот это. Видите, да, сколько органического полимера? Кайф. Вот это и было интересно здесь больше всего. Так, ну, карна это все фигня. Вот, вот такие вот растенечки. Вот их, короче, улетаешь, и с них хопа! И много-много органического полимерчика. Кайф. Это, собственно, единственное, зачем, походу, можно сюда в эту пещеру ходить. Ну, если в эту пещеру занята, то не зачем. Только за смертушкой своей, потому что кто-нибудь завалит. Ну, если вы играете на PvP сервере. Так, ну, лучше всего лутать через правую кнопку мыши. Вот, чтобы он так лапки собирал. Так он лутает, смотрю, больше. Прям чувствительно больше. Очень много органики. Ого! Я бы даже так сказал... До хрена органики. Здесь также можно газ добывать. Здесь есть месторождение газа. Вот. Так что... Почему из всего вот этого самое интересное, собственно, это вот начало пещеры. То есть с места, где вызываешь босса. Ну и вот здесь внизу. Все. Больше в этой пещере делать нечего. То есть добываем ресурсы и вызываем босса. То, куда я бегал, потратил, можно так сказать, вот эти 20 минут своей жизни впустую. Ну, единственное, что да, я теперь, если увижу ту пещерку, ну, второй вход, то я туда просто не пойду. Потому что я уже знаю, что это за вход. Так, братан, спасибо. Именно для таких целей у меня стоит он на атакуемую цель. Чтобы не было казусов. В общем, органика, кератин. И это именно то, зачем я сегодня ходил, да? Кайф.
Черт побери. Не, ну, с другой стороны, я разведал. Я знаю, что в этих пещерах делать нечего, кроме как лутать ресурсы. Вот, мы подъем наверх. 10 тысяч, короче, это хорошо. Нужно будет делать бур обязательно. И уже с буром буду лутаться. Намного лучше. Кератинчики, я имею в виду. Потому что руками лутать такое себе. Вот. И, по идее, может и какой-нибудь Дедик Курус лутанет. Тоже как вариант. Кстати, да, я так и не сходил. Руну не забрал. Ладно, бог с ним. Потом кем-нибудь залутаю. Мишанька-то у меня уже и так ядрено прокачанный. Практически по максимуму. Вот, так что, ну, такие вот делишечки. Ну, красиво. В общем, взял я ту руну, кое-как добрался туда. Решил, что не хочу сюда возвращаться. В общем, поход и удачный, и неудачный. Ресурсов добыл неплохо, где-то побегал, подкачал мишаньку, и в целом-то неплохо, но приключений каковых не было. Да и, наверное, больше здесь приключений будут от боссов. Да, вот боссов проходить буду, я не знаю, наверное, Рекс выращивать буду, черт его знает, с этим как-нибудь потом разберемся. Ну а на сегодня я уже с вами буду, пожалуй, прощаться, как говорится, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну и, конечно же, делиться моими видео с друзьями, это все, всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.